можно я просто упаду? Итак, мы немного передохнули, ребята попили чаю, и мы продолжаем своё восхождение. Замело тропу. Больше, чем один раз в сезон, и кто вообще не фанат гор, а просто хочет испытать эти ощущения, вы, конечно, можете пойти, но только в хорошую погоду и только до этой точки, потому что дальше это тяжело, это холодно, а тут хорошая разметка, но все-таки профессиональный инструктор он нужен, потому что следы на раз-два уже замело. Как мы дальше пойдем, я честно не знаю. Но тут очень классно, хотя очень холодно.